Министерство образования Украины пытается заставить учителей, которые остались в Донецке, чтобы они на удаленном расстоянии с детьми через интернет и в телефонном режиме общались и продолжали реализовывать украинскую воспитательную программу. Ну, видимо, учитывая, какие укропы усилия прилагают для уничтожения школ в Донецке, наверное, ничего кроме дистанционного режима им и не остается.